Привет, же! Сегодня у нас с тобой игруха под названием «Я хлеб». Вроде бы как это симулятор хлеба, но я точно не знаю. Увидел в магазине и думаю, я хочу в это сыграть. И вот мы как бы сегодня смотрим на эту игруху под названием «Я есть хлеб». Смотри, режим история, гонка бубликов, ярость. Оу-воу-воу, да тут можно с друзьями зарубиться, видимо. Ладно. А, можно еще и обучение сыграть. Подожди, а как обучение выбрать? Можно обучение выбрать? Да. А в топку обучения сами разберемся. Так что окей, в понедельник, поехали. На кухне будем играть. Let's go. Медицинская карточка. Понятно, это, короче, карточка какая-то. Терапевтический амбар называется. Мы в амбаре, это медучреждение, и у нас карточка есть. Видимо, это наша карточка. И тут написано, что мы... Среди это заявляет. Короче, у нас какое-то расстройство психическое. Ага. И мы во всем виним райсовет. Такие дела. Все, мы въехали. Кухня. Стань тостом. Стань тостом. Это наша задача. Время идет. А где я? А где я? Вот он я, хлебушек. Ай-яй. Я могу ползать. Ладно, я могу ползать. У меня есть... Так, зацепился за... Я хлеб зацепил. Братюнь, ты идешь со мной, что я один попрусь. Могу зацепить бутылку, да? Я клейкий типок, я как Человек-паук, слушай. Почти, только не Человек-паук, а паука-хлеб. Ладно, бутылку отпусти, что мы еще умеем? Мы еще умеем... Давай, стой, 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 только не туда, вот так вот мы умеем. Как вертолет, слушай, вау. Нормальненько. Хорошо, стой, остановись, остановись. Так, что мы еще можем? Мы можем на две встать, вот так вот колбаситься, а время идет. У захвата есть силы, которые кончаются. У нас их нужно как бы, ну, копить. И у нас есть еще процент съедобности. Если мы, короче, не сделаем из себя тост, то нас как бы не захотят съесть, правильно? Вроде правильно. А, вот эта вот кнопка. Так, ладно, мы пошли. Мы, кажется, пошли. У нас, кажется, получается... Нифига себе, мы мощные, я что еще и Халк? Ой, все разбил. Но съедобность у нас пока отлично. А где, не подскажете, тост? Мне тост нужен, мне поджариться нужно. Да, тут, конечно, сложновато немножечко разобраться с кнопками, но надо было обучение пройти, да? Кто сказал, что я справлюсь сам? Я по полу катаюсь. А это говорит о чем? О том, что я загрязняюсь, и съедобность наша портится. Надо зацепиться за скейт и катиться нафиг отсюда. Давай, за скейт. А скейт укатился. Давай, не та кнопка. Зацепись за стол. Идите колотить, он... Вот, зацепись. Зацепись, а теперь давай наверх, поползли. Ты смотри, что я делаю. Я стол опрокинул. Вот это я мощный, конечно. Так, подожди. Мы можем... Ты сможешь подняться? Давай. Офигеть, что я вообще творю? Ну я какой-то волосатый. Нет, я бы такой бутерброд точно бы не сел. Да посмотри, какой он волосатый. Фу, противный, какой. А можно тут заново начать? Перезапустить уровень, да, перезапускаем. Поехали. Побег. И раз. И два. И... Отлично. Как хлеб может разбить банку, я, конечно, вот это не понимаю. Я вообще, видимо, мало чего в этой жизни понимаю. Раз я играю за хлеб. А, смотри, я испачкался в джеме. Ну, наверное, это вкусно будет. Так, давай. Вот он туда сможешь упасть? Просто вот упади ровненько. Да, упали. Теперь двигаем стул, цепляемся одной частью и лучше и другой частью зацепиться. Да, хорошо. Теперь что нам нужно? Зацепиться на X, квадратик, треугольничек отпустить. Есть. Так себе есть, как бы я тебе хочу сказать. Я больше шевелиться-то даже не могу, я сейчас упаду опять на пол. Захват у нас теряет. Давай, ну что-нибудь сделай, хлебушек. Ну сделай же что-нибудь. Может быть, надо было со стула упасть. Все, я соскользнул. Я соскользнул. Надо было со стула упасть на скейтборд, может быть, я не знаю. Давай на скейтборд попробуем. Управление здесь, конечно, такое себе. Вообще прям оно бесячее. Фу, какой я грязный опять стал. Я умер, приз получен. В смысле я умер? Я не тост. И, видимо, я на след от обуви упал, и там вообще грязь, и меня это убило. Антисанитария, все дела. Надо было обучение пройти. Ладно, еще разок. Это боль. Просто, может, сразу на скейтборд упасть, как думаешь? Так, я понял. Короче, когда у нас кусок хлеба... Я измазался чем-то опять? Ладно. Посолим себя чуть-чуть.
Хлес счастливчик, приз получен. Посолить себя самого, да, видимо? Итак, поехали. Ой, разбили случайно тарелочку. Еще водичку можно тут разбить. Ну, стаканчик с водой. Нет, он не бьется так просто. Ну, это нам даже на руку. Это нам даже на руку. Так, а тост где? Он вон там где-то. Вон там далеко. Как бы нам туда пробраться-то так аккуратненько? А? Кто бы нам подсказал? Давай просто падаем вниз на скейтборд. Посмотрим. Ну, что-то ты как-то криво так упал. Но вроде держимся. Держимся всеми конечностями, что у нас есть. Давай, двигай скейтборд. Давай. Поехали. Разворот. Ага, отлично. Поехали вперед. Мы едем. Прикинь, хлеб едет на скейте. Чутка. Вот сюда, да. Вон он тост, он прям горяченький, ждет нас. А мы можем, наверное, вскарабкаться здесь как-то... Как-то вот по этим штукам, я думаю. По-другому тут как бы вообще никак. Отлично, подъезжаем. Едем. Отцепляем наш захват. Надо только успеть, потому что скейт здесь откатывается, что очень плохо. Отлично. Теперь пробуем сделать так. Скейт, подъедь поближе, я не могу зацепиться. Ладно, давай назад. Подъедем еще поближе. Так. Черт, ну почему ты не зацепился-то? Хорошо, давай еще разок. Давай вперед. Не едет он вперед, что-то. Скейтик. Есть. Пошло дело. Я как человек-паук поднимаюсь. Я научился это делать. Нет, не научился. Стой. Я зацепился не тем. Стоять. Держимся, ребятки. Давай вот так вот сделаем. Отцепись. О, да. Фух, пронесло. У меня уже 100 потов зашло. Это хлебушек Рэмбо, который пытается изо всех сил добраться до пункта назначения и запихнуть себя вот в эту штуку. Давай, ты сможешь. Я знаю, что ты в тостер сможешь залезть самостоятельно. Нам надо, наверное, вот так вот сделать. Что я делаю вообще? Стой. Так. Я сейчас тостер нафиг уроню. А как в тостер залезть? Кто-нибудь подскажет мне? Как в тостер залезть? Зацепись. Давай, ну вот же, цеплялся. Вот так вот, красава. Цепляйся. Зацепись чем-нибудь. Ах, как меня шмантыляет, а. Ладно, отпусти. О-о-о, как-то умудрился наверх залезть. И теперь надо туда запихнуться как-то. Зажмись. Я сейчас перевернусь. Нет, я еще не зажарился. Я плохо зажарился, прожарился. Так, вот, отстой, вот. Офигеть. Что вообще происходит? Другую сторону. Вот. Уже времени 6:19. Блин, это долго. Очень долго. Кому я бутер-то вообще готовлю? Тост этот. Давай, падай. Да, ты представляешь, мы упали туда каким-то макаром. А снизу был туалет кошачий. Нажмите. Съедобность 36%, качество тоста 92,76%, вкуснота 176%. Короче, вот что значит быть хлебом. Ты представляешь, сколько мук нужно пройти и страданий. Ладно, давай следующий день. Посмотрим, что там будет. О, снова терапевтический амбар. Так, гражданин Мертон был очень расстроен во время нашего сеанса. Он пришел пораньше, восклицая, что в его дом проникли, но он не нашел признаков взлома, а преступник побывал только на кухне. Он не сообщил об этом в полицию, потому что, по его мнению, это происки райсовета, с которым полиция в сговоре. Ему никто не поверил, что к нему на кухню проник хлеб. Я посоветовал гражданину Мертону проверить голову и кухню. Например, передвинуть часть мебели в гостиную. Может, это поможет что-то вспомнить. Тот факт, что он явно не может вспомнить, что произошло на кухне, очень тревожный поворот событий. Я обсужу его диагноз с коллегами. И, возможно, назначу соответствующее лекарство. Так что, такие дела. Стань тостом снова, да? Фух, ну шо.
Ладно, отваливаемся от хлеба. Тост. Надо найти тост. Тост. А, нас передвинули. Все. Он же сказал передвинуть часть мебели в спальню. И вот нас передвинули. Нам нужно открыть дверь и выйти отсюда. Короче, мы находимся дома у мистера, как его там, Мертенью, или как его там зовут, я не помню имя, у него такое сложное. И он психически больной, вроде бы, как все его считают. А мы тут ему помогаем сходить с ума, передвигая его вещи. Что ж, погнали. Так, на пол нам нельзя упасть, напоминаю, иначе мы станем очень плохим бутербродом. Разбили бутылку случайно. И как нам попасть на кухню? Наверное, по стенке нам проще, знаешь, прыгнуть на диван. Да, наверное, на диван. Так. Ой, вареничка, случайненько. А вот на коробку, смотри, можно упасть, либо на тапки. Сейчас мы это сделаем. Вот, ровненько встанем. Вот так вот. Теперь цепляемся. Кия, кимоно. Ой, тихо, цепляйся. Фух, успели. Всего 3% попортилось. Теперь надо закинуться на диван. Закинься на диван. Отлично. Вот, пошла. Пошла жара. Дальше сейчас на стеночку, как Человек-паук. А, ну тут на стеночку никак. Видишь, тут коробки мешаются, да, нам? Хотя тут вроде можно. Сейчас мы попробуем. Теперь нам нужно, знаешь, что сделать? R зацепить вот так вот. Ага. Нет, стой. Вот, теперь наверх давай. Давай теперь наверх. Отлично. Вот еще разок. Ой, хорошо, пошло. Только не очень хорошо, на самом-то деле не могу зацепиться. Цепляйся! Есть, отлично. Так, теперь об стеночку зацепись. Ну, не совсем так, как я хотел бы, но ладно, так тоже пойдет. Так тоже пойдет. Чипеньк, давай камеру чуть пониже опустим. На, давай, хлебушек. Ой, картину разбил случайно. Нет, быстрее, мы сейчас сдохнем. Да, мы сдохли. Сраная картина. Очень сложно. Это знаешь, когда в чане сидел чувак и молотком управлял, чтобы перебраться через все препятствия. Вот это практически соизмеримо с этой же игрой. А можно хлеб уронить как-то? О, давай хлеб уроним. Давай его просто скинем отсюда. Но это долго. Ладно, у нас время идет. Братюнь, извини, мне тобой заниматься сейчас вообще времени нет. Так, разбили. Ого, видал, как я сальтуху намутил. Ай да я. Я уже как профи с лучшей играю, наверное. Нам бы тут развернуться бы. Ну ладно, я сейчас попробую, конечно, это сделать. Оу, тихо, держись. Давай наверх, красавчик. Наверх. О, как я это сделал, я не знаю. Но, блин, там грязная обувь была, и как бы ты сам видишь. 72% у нас от съедобности осталось. И все ради того, чтобы нас гражданин Мерту этот съел. Так что... Так, подожди. L1 зацеп, L1. Развернуться. А, нет. R1 еще надо. R1. О, давай, пододвигайся сюда поближе. Да. Так пойдет. Спокойно. Пододвигаемся сюда. Цепляемся. Ага. Вот. Нормальненько. Пойдет. Разворот. Вот. Вот что я хотел. Отлично. Ползли дальше. Поползли. Ага. Сюда немножечко в бачок. Так. Есть. Кажется, все получается. Ага. Тут главное в кнопках не запутаться. А все остальное это ерунда. Полная ерунда. Мы падаем? Нет, мы не падаем. Мы застряли, походу. Ну, на коробку хотя бы, что ли, закинься. Есть, зацепились, отлично. К стеночке теперь. О, да, хорошо. К стеночке хорошо. Поползли. Стой. Нам бы еще развернуться. Так, это сделать надо вот как-то вот так, да? Теперь хоп. Отклеиваемся. Вот. Картину даже не будем трогать. Мы очень аккуратно все сделаем. И теперь бы нам еще наверх как-то попасть бы. Вот, хорошо. Отлично. Очень... Нет, не падай, пожалуйста, зацепись. А, у меня захват просто кончается. Все, я понял, почему я в прошлый раз упал.
Так, тогда мы по низу пойдем, хорошо. Идем по низу, если что, меня здесь плинтус защитит. Отлично, отдыхаем. Даже хлебушку нужно отдохнуть немножечко. Вот, зацепись. Еее, мы здесь. Фух, это будет долгое путешествие, походу. Так, значит, туда катимся. Нет, это фишки сраные в топку их. Зажимаем. Есть. Сковородку можно скинуть, чтобы наш шизофреник окончательно с ума сошел. Но зачем мы это будем делать? Нам надо, чтобы наш шизофреник прожил как можно дольше, чтобы у нас было как можно больше миссий. Чтобы он нам усложнял жизнь, правильно же? Так, я почти не понимаю, как мы сейчас дверь будем открывать. Но это, походу, будет очень эпично. Нам бы сейчас зацепиться сюда. Разворот. Вот, стой. Был отличный момент же был. Вот. Давай, цепляйся. Зацепись чем-нибудь. Ну так, тоже как бы пошло бы нормально. Так, я чем-то зацепился. Ну, давай. Вот, отлично. Так. Теперь вот так. Ага. А, стой, назад. Фух, я увидел, что у нас захват кончается. Сейчас бы, знаешь, упали бы на пол. Итак, продолжаем, значит, захват. Идем. А здесь не хватается. А как это не хватается? А как это нам наверх тогда? Ладно, повыше сможем забраться. Вот, зацепился как-то. Чёртовы двери. Хватись за дверь, говорю. Это было очень сложно. Ладно, еще разок, попытка не пытка, чего уж. О, а вот эта штука, что это такое? Подожди, это масло, что ли? Или что? Оно то прям светится, типа, возьми меня. Что это такое? Ну, давай попробуем. О, я это взял. Защита, что ли, какая-то есть? Подожди, давай теперь попробуем на пол упасть. А, ну да, вроде как... Съедобность увеличилась. Слушай, у меня вроде как защита работает какое-то время. Я сейчас упаду. Ну давай попробуем просто свалиться и посмотрим, это защита или нет. Ну свались ты вниз уже. Слушай, реально это защита. Офигеть. Это типа помощь мне пришла, да? Защита есть, но я все равно становлюсь грязнее. Ладно. Это, короче, когда ты долго очень возишься с уровнем, тебе тут дают, как в Марио, дают, типа, улучшалки всякие. В Марио там гриб неуязвимости дают, а здесь масло неуязвимости дали нам, да? Фу, какие мы грязные, ужас, ты посмотри. Оп. Есть мы на двери, отлично. Я думаю, что надо сделать вот так. Теперь так. Ручка, я иду к тебе, какой злой хлеб. Слушай, я бы не хотел, чтобы у меня хлеб такой был. Я бы обосрался, если бы увидел такой хлеб дома. А, как бы нам тебя теперь дернуть-то, а? Как бы нам тебя теперь дернуть, ручка? Самоубился хлеб. Теперь нам нужно дернуть эту ручку. Или повиснуть на ней, я не знаю. Как ее открыть-то, ё-моё? Вот, мы повисли как бы. Мы можем так, в принципе, полежать. И чего? Вот я повис. И как мне ее теперь открыть? Ручка, открывайся, ё-моё. Погоди, а может быть тост он где-то здесь? Я просто его не вижу. Ты видишь тост? Да, сейчас упадем. Сейчас упадем. Пока висим. Странно как-то, но висим. Непонятно, видимо, приклеились. Так, тост. Может, он реально в этой комнате где-то? Я просто его не вижу. Я думал, нам реально нужно в другую комнату попасть. Так, ясно. Спрыгиваем, пошли. Пошли куда? А фиг его знает куда. Искать тост? Ё-моё. Блин, на самом деле прикольно, что есть вот эта неуязвимость, и я могу с ней залезть куда захочу вообще. Например, может, сейчас я побег устрою. Так, тут, походу, не получится побег. Суициднулся. Вот так вот мы залезли. Я, правда, ужасно. Фу, какой противный, несъедобный хлеб.
ты просто посмотри на него. Ла, да, да. Такое ощущение, что его там кто-то съел. Я слышу звуки каких-то летающих там истребителей, я не знаю, или что-то подобное. Давай поближе подойдем. Посмотрим, что там. И можно ли вообще свалить отсюда? Скинуться с окна. Так, может быть, повыше просто залезть? Давай попробуем повыше залезть. Опа. А, это машины проезжают там. Все, я наверху. Я забрался на это окно. Так, теперь нужно аккуратненько туда шлепнуться. Кстати, весь прикол в том, что... Нет, зачем так далеко? Да, я залез на это окно. Я залез сюда. Да-да-да-да-да-да-да. Сейчас мы попробуем разбить окно. Мы же мощные, правильно? И сбежать нафиг. Современную версию колобка сделаем. Нет, не разбивается окно. Как бы мощно я ни пытался, не разбивается. А вот это вот кашпо, наверное, с травой разобьется. Так, подожди. Хотя я не уверен, но мы сейчас попробуем. Ну, мы это можем скинуть, в принципе. Давай, скидывайся. Я мощный хлебушек. Ну же. Да. Ну, кашпо оказалось пластиковое, его не разбить. Так, где, блин, сраный тостер? Я, кстати, могу вон там что-то включить, вроде бы как. Тепло, чтобы было. Вроде бы как. Там вон кнопка, видишь, есть? И ручечки есть. О, пойдем попробуем это сделать. Реально. Я вижу текстуры. Я вижу, точнее, сквозь текстуры. Смотри, какой там прекрасный мир. Фу, я разглядел внутренности своего хлебушка пыльного. Ужас. Это, конечно, некрасиво. И что-то с камерой случилось? Давай, хлебушек, выбирайся отсюда. А то с камерой какие-то сложности. Ты можешь? Вот, отлично. А, что, ты не можешь зацепиться там? Нет, зацепился. Вот, и мы на потолке. Ты посмотри, что мы творим. И вот отсюда, кстати, можем увидеть, есть ли тут тостер вообще. И я его тут не вижу, если честно. Как бы. То есть нас водят вокруг. А вот и мир, кстати, вот так вот он выглядит. Ничего тут нету, кроме нашего дома. И второй комнаты тоже нет. И, по всей видимости, тостер где-то здесь. Просто его нужно найти. Его куда-то спрятали. Ладно, поползли по потолку. Слушай, а может быть тут в принципе тостер, знаешь, как бы... Ух ты, ё-моё, пришибло картиной. Давай, выбирайся отсюда. Может тут тостера в принципе нет, и нужно было просто как-то... Ну, своей башкой замутить его. Ну, в смысле, вот мы сейчас обогреватель включим и попробуемся в него вкинуться. Попробуемся, да. Вкинуться и поджариться. Вполне возможно, что это сработает, но не факт. Я здесь, я добрался до кнопочки. Добрался. Есть, мы включили его. Слушай, прикинь, его реально включить можно было. Ха. И крутилка есть. Подожди, а что, давай сейчас накрутим что-нибудь тут. Главное зацепиться. Зацепись только за крутилку. Хорошо, вот, наконец-то мы зацепились. Так, сейчас будем крутить. Крутить в какую сторону? Ну, давай хотя бы вот в эту выкрутим все. Или в эту. В какую-нибудь сторону хотя бы выкрутим. На максимум. Мне максимум нужен. Пожалуйста. И цепляйся. Это отпускай. Да нет, стой. Как-то не очень все получилось хорошо. Так, ладно, пошли, короче, залезем уже внутрь. Внутрь этой штуки. И, возможно, нас поджарит. Ну, по крайней мере, должно. Ну, давай. Вот, отлично. Все хорошо. И вот нам внутрь вон туда надо попасть. Прям внутрь. А как мы оттуда вылезем, я вообще без понятия, даже не спрашивай. Как мы оттуда вылезем? И надо ли нам туда вообще идти? Сетка, уберись! Ты мне мешаешь, сетка! Сланая сетка. А мне кажется, туда... Да, туда никак не пробраться. Просто давай сейчас на сетку. О, да, точно! Вроде тост запекается, когда я к сетке прислоняюсь. Но надо поближе. Ну вот, здесь получилось. Все, запекаемся, отлично. А потом надо будет другой стороной. Сейчас. Передержал. Надо же аккуратно. 100% надо замутить.
Давай еще чутка, еще чутка. Ну ж... Да! Я тост! Я жареный тост! Я красавчик! Ну чё, давай прям вот тут вот где-нибудь... А тут и будем валяться. Дальше! Я тост получил букву Е! Спальню мы прошли, это круто, следующий день. Давай посмотрим, что там в писюльке своей напишет наш доктор. Дико интересно почитать, что сейчас там наш больной расскажет. Итак, примечание, курс лечения. Гражданин Мертон снова был расстроен во время этой встречи. Теперь он утверждает, что кто-то проник в его гостиную. Он поменял подозреваемого и считает, что понял, что преступник, оставляя в комнате тост, передает таким образом сообщение. Он утверждает, что тоже произошло и на кухне, просто он не обратил в тот момент внимания. Затем он глубоко задумался на несколько минут и ушел, сказав, что собирается проверить новую теорию, которая только что пришла ему на ум. Кажется, состояние гражданина Мертона быстро ухудшается. Стресс и паранойя вынуждает его разрушить свой собственный дом в моменты, как представляется, временной потери сознания. Вот такие дела мы натворили с этим мужиком. Ну, сейчас мы посмотрим, где мы будем. Мы находимся в спальне. То есть мы тогда были в гостиной, а это спальня, да? О, мы в спальне. Мы в спальне. Давай отсюда слезем. Так, 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 посмотрим. На кроватку упали? Да, мы на кровати. Я бы тут и остался валяться. Тут кошерно. Ну что, я думаю, надо бы закругляться. Если тебе понравилась эта игруха, и ты хотел бы увидеть дальнейшее приключение Хлебушка и узнать, что же станет с нашим... О, там перья торчат, или это его волосы уже выпадают вон на подушке. И что же стало с нашим пациентом, то есть с моим хозяином, ты, если проголосуешь за эту игру лайком и подпишешься на канал, узнаешь это в следующей... серии, в следующем ролике. Ну, не в следующем ролике, через ролик, скорее всего. Поэтому ставь лайк под этим видео, подписывайся, если ты еще не подписан, подписывайся на Яндекс.Дзен, все ссылочки в описании. А мы с тобой увидимся в следующем ролике. Так что, до встречи.